Да, знаешь, мама, у меня только единственная проблема, что у меня чисто юмора. Я, блядь, его забываю, ты знаешь, я сделал видео, забыл, что полицейский. А они меня убить пытаются, а не помню. Потом меня стрелять не начали, блядь, я такой, какого хуя вы меня стреляете? Как под носа? Ждать там за секунду. Каратака. А я говорю, что хуёв. А ты же как... Что у меня дед, значит, одет туда вообще, я говорю, что это хуёво, что у вас как одет туда вообще там залысит, знаешь? Что, может, мне еще у меня, он был, значит, еще пузо себе вырастить, что мне дня не вырастет. Знаешь, пресс. Чтобы где-то не лежать. К тому же вообще-то, нет, дед, лев, у него залысина. И сейчас еще, знаешь, вспомнил. Они, а только сейчас. Это было нелогично. А в чем тут? Это нелогично, знаешь. Ну, понятно, что получится. Зачем вообще это? Сам себя, знаешь, подбросил, знаешь, удачу. Я же противно. Ну, оно и логично, я же это вино пью. Оно у меня, соответственно, открыто. А пробочка где? А вот тут. Фокус-покус, знаешь, а в чем прикол? Ты можешь подумать, что вот это вот все они увидели. Фокус, знаешь? Да потому что у меня нет чувства юмора. Я же заметил, как улыбался, а сделал, что я вас всех разыграл. Ну, точнее, здесь вот, знаешь, и здесь тоже. Может, подумать, я вас, знаешь, не разыграл. А сделал вид, что, знаешь, уже разыграл. А вам вид, как я улыбался, что я, знаешь, просто, знаешь, так, знаешь, просто, знаешь, просто выёбываю.
Знаеш как говорят? По одежке встречают, по уму провожают. Вот так вот говорят. Пойду-ка я себя провожу, знаешь, блядь, юб 22. К себе в шалашик. Двумя, знаешь, блядь, ёбтво поездками, знаешь, на своих двоих, знаешь. Даже тремя, все два, знаешь. С Бруклина, знаешь, Бруклин. С Брайтон Бич Эвеню, знаешь, на Нэпчин Эвеню. Точнее, за Нэпчин. Знаешь, я же Белоснежка. Ноги потом, знаешь, как разболелись. Орал. А нет, такого нет. Три дня орал. После 5 лет путешествия, короче. Отдыхать начал, знаешь, приступил. Мои, знаешь, подколенные, знаешь, и вовсе не чашечки. Как вот, знаешь, икроножная спереди, знаешь, кость. А чё икроножная, блин? Кость, блин, а не мышца. Мышца, икроножная, а тут спереди, тут фронтальная кость. Впереди, знаешь, знаешь, планета все, впереди, знаешь, я под моей икроножной мышцей. Высота прыжка, кстати, знаешь, как называется? Можно как это сверху делать, по кругу, то все на носочке будет. Значит, там будет. Что-то качать, как. А может, что-нибудь подпрыгивать. Значит, там. Знаешь, кто меня научил? Знаешь, кто нас научил? Сан Саныч. По имени, знаешь, Александр. По отчеству, знаешь, Александрович. Ну, действительно, а может так не делают, блин? Подпрыгнуться же надо. Чё, знаешь, силёнок не хватит? Качаться тоже, чтобы силы были, знаешь, качаться. Как? А. Мало, знаешь, чем мне здесь сейчас не стало. Качаться нужно, чтобы силы были. А там, слышишь, скажешь, а знаешь, как, а потому что, знаешь, качаются, как, чтобы сил не было, встают, а в чем прикол, скажешь, ну как это, качаются, чтобы силы были, эх.